Небольшой ресторан в центре Самары. Работают совсем недавно, а чтобы быстро привлечь как можно больше посетителей, сделали ставку на нестандартную концепцию и оригинальное меню. И главный двигатель прогресса – реклама. Здесь с особой тщательностью подошли к оформлению вывески. Очень долго выбирал компании, скажу честно, потому что вывеска очень сложная. Она, во-первых, там, по-моему, там 19 букв, они все большие, они все вырезаны. Сама она все кривая, то есть она опущена на 37 градусов. Буква «Т» перевернута, еще там отдельные компоненты стоят, светодиоды на одной букве по-отдельному горят, на других по-другому. То есть это была задача достаточно сложная. Я пересмотрел почти весь рынок самарский в плане изготовления вывесок, если честно, практически всех. Мы, наверное, месяц точно только выбирали компанию и согласовывали. Оформление фасада должно быть согласовано с концепцией ресторана и не должно выбиваться из общей стилистики здания. Только так достигается максимальный эффект. Сделать все качественно и со вкусом пригласили рекламно-производственную компанию АБВ. Это предприятие известно верными стилистическими решениями и тем, что производит их в полном соответствии с регламентами, которые установило государство. Если компания назвалась АБВ, то она делает упор на буквы. Я позвонил им, мы встретились с ними, разработали вместе дизайн. То есть все наши пожелания насчет перевернутой буквы «Т», насчет угла, насчет всего остального, насчет даже яркости свечения, что мне понравилось в ребятах, в профессионализм, они сделали. Профессионализм – ключевое слово. Именно этого качества не хватает порой самым добросовестным предпринимателям, которые вполне обоснованно стремятся при помощи рекламы раскрутить свою марку. Вот и получается, что город оказывается наводнен разного рода вывесками, словно подтверждая, что все-таки лучше довериться профессионалам. Огромный выбор есть рекламных конструкций. Люди делают то, что им приходит на ум, оперируя в первую очередь своей фантазией. А это не совсем правильно. Потому что общий концепт, учитывая, что город будет туристическим маршрутом, он должен быть красив, он должен быть привлекательным, но самое главное, он должен быть правильным. А наша компания выполняет задачу как производитель, это изготовление правильных рекламных конструкций. То есть мы делаем вывески, за которые не штрафуют. Навести порядок на рекламном рынке – особо важная задача, которую город должен решить уже к началу 2018 года. Вся наружная реклама должна быть сделана с учетом соблюдения всех нормативов, зарегистрирована в комитете по рекламе и не нарушать общего архитектурного ансамбля. На сегодняшний день разработан общий регламент городского округа Самара, а также закон о рекламе Российской Федерации. Мы очень рады, что предприниматели с удовольствием принимают участие в проведении соответствия данного вида рекламы, понимая, что на преддверии чемпионата мира 2018 года по футболу это важно показать облик города как настоящий волжский город, который заслуживает. Специалисты компании АБВ сегодня охотно делятся опытом с бизнесменами. Семинарские занятия проходят во всех районах Самары. Кроме того, компания АБВ проводит выездные аудиты наружных рекламных конструкций. Мероприятия проводятся по инициативе АБВ, и для предпринимателей не стоит ничего. Как выяснилось, они охотно садятся за парты. Просто многим не хватает знаний того, как правильно изготовить стратегически важный продукт, от которого по большей части зависит успех всего бизнеса. Реклама – это в первую очередь наши клиенты. Это все наше видят, нас должны, естественно, заметить. Ну, а если у нас это все будет правильно оформлено, как бы в общей концепции всего города, ну, естественно, это будет прекрасно, что мы... И мы правильно работаем, и город красивый. Вопрос наружной рекламы актуален не только для нашей компании, но и для города в целом. Потому что мы в 2018 году встречаем чемпионат мира. И засилье вот этих ляпистых и порой безвкусных вывесок, оно, конечно, портит вид нашего города. Я считаю, что администрация нашего города оказала нам, как предпринимателям, очень существенную помощь в проведении данного мероприятия. Предприниматели сегодня обязаны свою рекламу привести к требованиям закона, либо убрать ее. Для этого есть все возможности. Есть правила, которые должен знать и соблюдать каждый. И есть вполне доступные предприятия и изготовители, которые сегодня в Самаре могут сделать вывеску качественно и не хуже, чем где-либо в другой стране. Основная цель в том, чтобы привести общие городские площадки к некой красивой, скажем так, сверхзадаче в контексте концепции благоустройства, которая сформирована администрацией. Задача в том, чтобы объяснить предпринимателю, что изначально правильная легитимная вывеска будет выполнять свою прямую рекламную функцию, и за нее не будут выноситься штрафные санкции, и ее не придется демонтировать. Тогда уже в самое ближайшее время вся Самара сможет похвастаться еще одним достоинством – тем, что рекламные вывески не портят облик города, а украшают его.